Я нахожусь в Бичурском районе. Позади меня горят более 50 гектаров леса. На месте работают около 100 человек. Это бригада лесной охраны, пожарные десантники и другие привлеченные силы. Сейчас вокруг очага возгорания проложили минерализованные полосы, чтобы огонь не распространялся дальше. Пожар низовой. Просто захламленно связано в связи с тем, что здесь около 10 лет назад все насаждения погибли. Также вследствие верховых пожаров. И горит в основном сухая трава и захламленность. Сейчас бригада очистила минполосу и будем производить отжиг. Сначала сверху в район ключа замкнем. Мы вчера буквально вернулись, месяц пробыли в Сосново-Озерском районе. Локализовали, ликвидировали очень много лесных пожаров. В том числе на Читинской территории переходящие были. Был в Закаменске как-то случай, чуть не сгорели группой, но ничего, смогли справиться в этой ситуации, как бы, и разумно выйти с этого положения. А ваши родные вот как относятся? Переживают, наверное, за вас каждый раз, когда вы уходите? Ну, конечно, я думаю, что да. Каждого родные и близкие ждут дома и верят, что все будет хорошо и нормально. Любите свою профессию? Да, люблю. Можете сказать, за что любите? Люблю за то, что спасаю природу, Бурятии наши, то, что... Ну, помогаю природе. Как сказали лесники, сегодня еще повезло, что направление ветра оказалось удачным для тушения. Как итог, очаг возгорания уже почти локализован и уже завтра будет ликвидирован полностью. Чингис Ачиров, Эрдем Гармаев, телекомпания АТВ. Так, что дальше? Дальше. Берем одной рукой здесь, другой здесь. И ходим, заливаем пеньки. Попробуйте. А, ну, в принципе, просто. Как в детстве.